Между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо дугой протянулась цепь Курильских островов. Всего их 56. Самый крупный называется Итуруп. На нем находится 20 вулканов, 9 из которых действующие, а также множество водопадов, озер, горячих и минеральных источников. Большая часть территории острова покрыта хвойными лесами. На юге встречаются широколиственные породы и курильский бамбук. Многие растения можно найти только здесь. Из животных Итуруп может похвастаться наличием бурых медведей, лисиц, норок и соболей. Интересно, что хищников здесь столько же, сколько сухопутных животных, которыми они питаются. Поэтому лисам и медведям приходится обогащать свою диету морепродуктами и морскими птицами. Одна из главных достопримечательностей острова Итуруп – белые скалы. Состоят они из мягкой пемзы, образованной после извержения вулкана. Под воздействием ветра и штормов Охотского моря пемза подверглась эрозии. Из-за этого скалы имеют причудливую форму. Оттеняет их темно-серый песок. Другое популярное у туристов место – вулкан Баранского. По пути к его вершине находятся горячие источники – грязевые котлы и фумаролы. Это такие небольшие трещинки или отверстия в кратере вулкана, по которым поднимаются струи горячих паров воды и газов, выделяющихся из магмы и лавовых потоков. Здесь же, на реке Кипящей, есть 8-метровый горячий водопад с температурой воды примерно плюс 43 градуса. На юге острова расположен залив Касатка. На его побережье находится чертова скала с туннелями, естественными и проделанными людьми. А еще зеркальный пляж, названный так из-за того, что на его поверхности постоянно стоит несколько миллиметров воды, и он похож на зеркало. Это место знаменито еще и тем, что в 1941 году отсюда японские корабли и самолеты отправились громить Перл-Харбор, военно-морскую базу США на Гавайских островах. В наше время местные жители заняты в основном в рыбной промышленности. Кроме того, на Итурупе находится месторождение рения, ценного металла, который используется в аэрокосмической отрасли. Его добывают из застывшей лавы вулкана Кудрявый. Здесь не бывает жарко или очень холодно. Самая высокая среднесуточная температура в августе – плюс 14 градусов. Холоднее всего в феврале. В среднем минус 4 градуса. Туристическим сезоном считается период с мая по сентябрь.